Добро пожаловать на канал Hardreset Info. Перед нами находится устройство Nokia C21 Plus. И сейчас я покажу вам, как сделать сброс настроек камеры. Итак, для начала мы открываем камеру. После чего мы нажимаем на три полосочки в левом верхнем углу, проходим в самый низ и выбираем «Сбросить настройки». Нажимаем «Ок». И таким образом все настройки были сброшены. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.